И в завершение немного спортивной информации. В канун Дня защиты детей в краевом центре прошел ежегодный городской открытый турнир по футболу среди юных спортсменов. За звание победителя сразились 6 команд, в том числе гости из Изобильнинского и Нефтекумского районов. В финал вышли воспитанники Ставропольской футбольной школы «Кожаный мяч». Сегодня, конечно, мы приехали поздравить их, в первую очередь, с праздником. И, конечно же, посмотреть, как работает стадион, детский стадион «Кожаный мяч», который был открыт 6 лет назад. Здесь вот мы его строили под контролем нашей фракции «Единой России». Смотрели. Сейчас следим за тем, чтобы он нормально функционировал.